Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Спекотне літо. Що робити, якщо на сонці стало зле? Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» пані директор Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру Лідія Дукач. Пані Лідія, рада вас вітати у нашому прес-центрі. Дійсно, про шкідливість перебування на сонці ми чуємо з дитинства, що в школі нам розповідають, що це доволі небезпечно. А чому ж це небезпечно? Які можуть бути наслідки від довгого або там навіть короткострокового перебування саме у спеку на сонці? Добрий день, очень рада, что вы меня снова пригласили. И тема действительно актуальна, потому что наступает жаркое время года, и судя по тому, что начало лета было прохладное, то продолжение лета будет очень жарким, скорее всего, и мы вступим в пору большой жары и пору засухи. Пребывание на открытом солнце, пребывание в жарком помещении, пребывание на жарком открытом воздухе несет с собой, конечно же, определенную нагрузку на организм человека, особенно если эти люди должны заниматься, выполнять рабочую функцию в жарких условиях, тренироваться в жарких условиях, как-то поддерживать свою жизнедеятельность и рабочую задачу. Поэтому есть определенные правила поведения в жару, которые не исключение ни для кого. Это для всех людей, живущих на планете Земля, совершенно одинаково. Немножко хотелось бы рассказать о том, как реагирует организм на жару. Сначала для того, чтобы было потом понятно, как возникают отклонения в состоянии здоровья. Дело в том, что у нас организм очень приспособлен для того, чтобы себя обезопасить в жару. Каждый раз, когда мы двигаемся, когда мы работаем физически или умственно, то у нас образуется определенный процент внутренней тепловой энергии, от которой мы избавляемся четырьмя путями. Это первый путь – это радиация, инфракрасное излучение от нашего тела. Если поместить обнаженного человека в комнату с комфортными условиями, то где-то приблизительно 60% вырабатываемой внутренней энергии уходит в окружающую среду путем инфракрасного излучения. Это 60%. На втором месте стоит по своему значению потоотделение. Выделяя на поверхность тела человека большое количество жидкости, организм себя охлаждает путем испарения этой жидкости, это составляет где-то приблизительно 25%. И остальные проценты пота, охлаждения организма приходится на конвекцию и теплоотдачу. Теплоотдача – это путем передачи тепла каким-то более холодным предметам или вещам, окружающим человека. И конвекция – это охлаждение организма более холодными окружающими факторами, такими как вода или воздух. Если мы стоим с вами на ветру, в жаркую погоду, то мы не замечаем очень часто, как мы перегреваемся. Нам кажется, охлаждается поверхность кожи, охлаждается тело, и нам кажется, что мы себя чувствуем комфортно, но это обманчивое явление. Так вот, когда мы пребываем на жарком воздухе, исходя из вот этих вот видов и условий передачи тепла в окружающую среду, мы можем говорить о том, как себя обезопасить для того, чтобы можно было бы перенести хорошо жаркую погоду. Жаркая погода бывает нескольких типов. В зависимости от того, какая влажность воздуха, мы легче или хуже переносим жару. Влажность воздуха придает воздуху больше тепла, чем абсолютная температура, поэтому ввели в последнее время такое понятие, как кажущаяся температура. То есть ту температуру, которую человек ощущает. Градусник показывает, скажем, 38 градусов, а мы ощущаем 40, потому что высокая влажность, и эта влажность препятствует потоотделению. Мы быстрее перегреваемся, и нам кажется, что окружающая температура гораздо выше той, которая есть фактически. В зависимости от этого происходят различные... Необходимо правильно одеваться, правильно питаться и правильно вести себя в жаркую погоду. Скажем, если... Вам необходимо выполнять физическую работу, то желательно ее перенести в те дни, в те часы суток, когда нет большой жары. В начале лета солнечные лучи падают на поверхность Земли почти под прямым углом. И поэтому пребывание на жарком солнце приходится, пик жары в течение дня приходится на середину дня. Чем длиннее день, чем короче день, чем больше угол наклона солнца, тем ближе ко второй половине дня приходится пик жары. Поэтому лучше всего в первой половине лета заниматься физическим трудом до 11, до 10 часов и после 6 часов вечера. Во второй половине лета это время удлиняется до 11, полдвенадцатого и сокращается с 4 часов вечера уже с 16 часов во второй половине дня.
Как же одеваться в жару? Одеваться необходимо так, чтобы и излучение вашего тела уходило в окружающее пространство, и пот мог уходить в окружающее пространство. То есть одежда должна быть влагопоглощающей, но теплопроводящей. Современные материалы, такие как есть полиэфирные материалы, которые хорошо впитывают влагу и очень быстро ее отдают в окружающее пространство, являются идеальными для нахождения на улице в жаркое время дня и для занятия физическим трудом, в том числе и тренировками. Есть специальные материалы, которые разработаны для спортивной формы. Они позволяют предохранить тело от прямых солнечных лучей, но в то же время отдать тепловую энергию, отдать в виде излучения, отдать пот в окружающее пространство. Второй очень важный фактор, это, кроме одежды, это питье. Вот питье является очень важным, я так думаю, что наиболее самым весомым фактором сохранения здоровья в жаркую погоду в связи с тем, что с потом мы теряем очень большое количество полезных веществ нашему организму. Насчитано больше 108 микроэлементов и органических веществ, которые выделяются в окружающую среду вместе с потом. Это то, что организм теряет при потении, и это нужно восполнять. Когда мы находимся в жарких условиях, то кровообращение в тех местах, где мы больше всего охлаждаемся, а это руки, это конечности и голова, количество функционирующих потовых желез увеличивается до 2500 на квадратный сантиметр. И каждый из них выделяет каждую секунду маленькую капельку пота, с которой уходят очень важные вещества, поддерживающие нервно-мышечную передачу, электролитный баланс внутри организма. Уходят хлориды, уходят калий, кальций, натрий из организма, те соли, которые являются очень необходимы нашему организму. Они обеспечивают обмен веществ в нашем организме, поддержание внутренней среды, сокращение мышц, в том числе сердечной мышцы, тонус мускулатуры сосудов, в том числе сосудов головного мозга и сердца. И это очень важная кондиция для нашего организма. Поэтому люди, которые страдают заболеваниями сердца, сосудов, в первую очередь плохо переносят жару. И им нужно пить при потере, большом потере пота именно подсоленную воду. Спортсмены, которые занимаются в жарких условиях, они знают, что брать с собой на тренировку нужно не просто водичку, а водичку, которая называется изотонической. И в магазинах спортивного питания продаются специальные, так называемые сухие смеси, называемые изотониками, растворив которые вы получаете полный набор тех веществ, которые теряются с потом отделения. Так вот, кровообращение увеличится в 30 раз в жаркую погоду, почти в 30 раз. А если мы в нормальных условиях теряем до 70 мл пота ежечасно, до 700 мл пота ежечасно, то в жару это увеличивается вплоть до литра, до полутора литров. Спортсмены могут терять ежечасно до 5 литров жидкости. Это является опасным состоянием в организме. Если при этом пить простую воду, то можно получить так называемое питьевое отравление. Когда вода в организме есть, а вот тех веществ, которых в организме не хватает, растворимых в воде солей, а их не хватает. Объем жидкости достаточный, но он некачественный. Изменяется состав плазмы крови, на это очень быстро реагируют те органы, которые нельзя остановить в своей работе, головной мозг, работу печени, работу сердца, сосудов, поэтому они очень быстро реагируют на потерю таких солей. Это является грозным осложнением, поэтому люди, которые страдают хроническими заболеваниями, должны понимать, что они должны пить специальную воду во время жары, которая, ну вот в нашем быту чаще всего употребляются солоноватые минеральные воды без газа. Потому что газ определенным образом влияет на кислотность желудка и на усвоение некоторых макро- и микроэлементов. Если вы пьете немножко подсоленную воду, то это будет великолепным подспорьем вашему организму и будет предотвращать обострение хронических заболеваний. Учитывая, что если вы совершаете физическую или умственную работу в жару, то клетки, которые тоже, опять-таки, органов, которые не могут остановиться, работающие, они все время потребляют какие-то быстро усвояемые углеводы. Поэтому воду, которую вы пьете, должна содержать не просто микро- или макроэлементы, но и сахара, которые легко усваиваются. Лучше всего в этом отношении, конечно, природные сахара, которые есть в природных продуктах. Это растворы меда лучше всего. Мед содержит глюкозу, для которой есть все ферментативные системы в нашем организме для усвоения, и фруктозу. Фруктоза меда не требует
напряжение инсулярного аппарата поджелудочной железы, и она легко усваивается организмом напрямую, всасываясь прямо из крови в работающий орган. Инсулин при этом не нужен, поэтому очень часто фруктозы заменяют сладкие вещества диабетики. И вот если принимать такие вот лимонно-медовые напитки в конце дня, это будет также поддерживать хорошее постоянство внутренней среды организма, будет препятствовать негативному влиянию на организм жары. Кроме того, прямое перегревание тела может привести к появлению теплового удара, а если вы находитесь на прямых солнечных лучах, то солнечного удара. Эти два вида плохого состояния организма, как мы в медике говорим, патологического состояния организма, практически по своим симптомам ничем не отличается, отличается только тем способом, которым человек получил негативное влияние окружающей среды. Прямые солнечные лучи вызывают прямую воздействие на организм человека, быстро его перегревает, и мы получаем быстрый тепловой удар. Но в то же время тепловой удар может быть и в облачную погоду, когда высокая влажность и температура окружающей среды, можно перегреться и получить тепловой удар. При этом очень часто, если кто-то иногда видел, мне приходилось спасать несколько людей на улицах, которые с хроническими заболеваниями в жаркую погоду теряли сознание на остановках, теряли сознание в транспорте, потому что отказываются сосуды работать правильно из-за потери жидкости, из-за потери электролитов, нарушения внутренней среды организма, и поэтому человек, они либо широко расширяются. Дело в том, что для того, чтобы охладить внутреннюю среду организма, очень много крови приливает к коже, и поэтому мало крови поступает к сердцу и головному мозгу. И люди, у которых есть нарушение сосудов в этих органах, очень чувствительны к этому, и поэтому возникают приступы сердечные или же обмороки у людей старшего возраста и у подростков, у которых эти системы находятся в стадии роста. Поэтому нужно быть очень внимательным и носить в жаркую погоду, в солнечную жаркую погоду, обязательно то, что прикрывает голову, то есть головной убор. Легкий, проветривающийся головной убор. Сейчас очень много появилось шляп, которые имеют сетчатую структуру. Появились бейсболки, которые имеют сетчатую структуру, для того, чтобы была вентиляция воздуха над головой и голова не перегревалась. И очень желательно закрывать заднюю поверхность шеи, там, где шея переходит в грудной отдел позвоночника, в спину, так как в этом месте находится синусовый узел, раздвоение внутренней сонной артерии, которая регулирует давление в головном мозге. Дякую вам, так за один раз на всі питання відповіли. Якщо все ж таки, як передувати, скажімо так, тепловому або сонячному ударам, ви розповіли, якщо все ж таки стало погано на сонці, стало зле, як діяти, як можливо комусь допомогти, якщо комусь стало, як вести себе, якщо стало зле саме тобі? Во-первых, у вас всегда должно быть в жаркую погоду с собой питье. Если вы чувствуете, что вам плохо, что вы на грани того, что сейчас потеряете сознание, а предвестники этому есть, наступает такое как бы плавающее ощущение в голове, начинает изменяться резкость зрения, начинаете плохо видеть, ощущение жажды может даже и не быть. А вот начинает кружиться голова, вы плохо начинаете слышать и плохо видеть, это предвестник того, что вы сейчас потеряете сознание. Поэтому желательно остановиться, попросить у кого-то помощи. Если вы не можете, то где-то сядьте в тенечке обязательно и брызните себе в лицо водой. Если у вас есть с собой флакончик, бутылочка воды, полейте, если это можно, на голову водой для того, чтобы в первую очередь охладить голову и чтобы вы не потеряли сознание. Если вы видите, что человеку стало плохо, и он уже потерял сознание, переносите его в тень, расстегивайте ему одежду так, чтобы как можно больше оголить тело, закатывайте рукава, закатывайте брюки, если человек в брюках, чтобы оголить как можно больше поверхности кожи. И вот эти поверхности кожи прям прикладывайте мокрые салфетки, мокрые платки носовые, что угодно мокрое, для того, чтобы как можно быстрее охладить поверхность тела. Особенно быстро можно охладить внутреннюю среду организма там, где крупные сосуды подходят к поверхности кожи. Локтевые сгибы. Здесь всем известна локтевая артерия, из которой у нас часто берут кровь на анализы, берут кровь у доноров. Поэтому, приложив прямо мокрые, хорошо пропитанные водой салфетки на область локтевого сгиба,
область шеи, где находится сонная артерия, прямо так вот на шею кладете, на локтевые изгибы, подколенные ямки, где проходит большая бедренная артерия, крупная. Тогда вы быстрее охладите кровь, и таким образом быстрее охладится внутренняя среда организма. И, конечно же, лицо. Брызгаете в лицо, поливаете голову. Если человек, вы видите, что он синеет или плохо дышит, то оказывайте прямые реанимационные мероприятия. Вызывайте скорую помощь. В любом случае сразу же вызывайте скорую помощь. Дякую за відповідь, будь ласка, за питання. Одне поточення буквально. Ви сказали, що тепловим ударом, сонячним ударом люди найбільш уразливі – це старше покоління і підлітки. А ну, лише ці чи взагалі всі люди? Все, конечно же, все. Если люди молодого возраста, которые абсолютно здоровы, никогда ни на чего не жаловались, находятся на открытом воздухе, не защищая себя от прямых солнечных лучей в жаркую погоду, они тоже подвержены перегреванию организма. Особенно если они при этом ведут активную физическую работу, работают или тренируются, то внутренний жар, который вырабатывается во время физической активности, увеличивает риск теплового удара. Так, дякую. Запитань більше немає. Також хочу ще уточнити з приводу фізичних навантажень. Все ж таки влітку, от ви зазначили, там спортсмени, вони тренуються. Наскільки небезпечними є фізичні навантаження саме в спеку? Якщо їх все ж таки людям треба робити, то якими мають бути ці активності? Ця активність повинна бути, во-первых, кратковременною, сопровождатися хорошим питьем і спеціальною одеждою. Вот если вам нужно тренироваться, скажем, если это спортивные нагрузки. Спортивные нагрузки отличаются от других видов нагрузок тем, что их нужно делать ежедневно и на максимальной возможности, на максимальных пределах организма. Поэтому остановиться в занятиях спортом невозможно и нужно тренироваться. Выбирайте первое время тренировок. Это время, когда еще не наступила жара или жара уже начала спадать. Предпочтительно, конечно, большие нагрузки делать в первой половине дня до наступления жары, потому что после ночи, в общем-то, прохладнее окружающая среда и меньше влажность, чем та влажность, которая накапливается к концу дня. Второе – это тщательно подобранная одежда. Она должна быть и теплопроводящей, и гигроскопичной, для того, чтобы впитывать пот и быстро его отдавать. Специальная спортивная одежда. И третье – стараться применять такую одежду в зависимости от вида спорта, чтобы как можно больше участков кожи оставалось открытыми. Тренироваться необходимо и уменьшить время интенсивность и время физической нагрузки. Дякую вам за відповідь, дякую за прес-конференцію. Сьогодні говорили про те, як діяти, якщо стало зле на сонці, чому перебувати довго на спеці – це небезпечно, і як же правильно це робити. Відповідала на всі наші запитання наша гостя, директорка Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру Лідія Дукач. Пані Лідія, ще раз вдячні вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!